Продолжается реконструкция стадиона «Урожай» в поселке Томилино. Работы начались в январе этого года. На каком этапе обновления и когда будет готов спортивный объект, узнали мои коллеги. Стадион «Урожай», расположенный в поселке Томилино, одна из ключевых спортивных площадок в городском округе. Он построен в 1968-м. Каждый год тут проходит более 150 соревнований. Летом это футбол, сдача нормативов ГТО и легкая атлетика, а зимой – хоккей, мотогонки и фигурное катание. Особенно на период реконструкции стадиона «Торпедо» он взял на себя основную нагрузку по проведению спортивных мероприятий. Последняя реконструкция 75-й, но она такая носила косметический характер. Сейчас требования проведения соревнований выросли, требования посещения стадионов от населения тоже растут. Все хотят получить комфортное спортивное ядро для занятий физической культурой и спорта. На стадионе заменят трибуны. Теперь посадочных мест станет больше, а их использование комфортнее при любой погоде. Также отреставрируют фасад физкультурного центра. Одно из главных нововведений – появление универсальной спортивной площадки для игры в баскетбол и освещение. В данный момент устанавливаются опоры освещения, они здесь будут новые, с новым освещением, для того, чтобы в вечернее время спортсмены могли тренироваться. Очень качественный свет будет, фактически как дневной. В дальнейшем здесь также мы предусматриваем новую систему полива. Все для того организовывается, чтобы более качественно можно было заниматься спортом. Обновленный стадион будет готов принять спортсменов уже к 1 июня. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Александр Глазов, телеканал ЛРТ.